ДТП с пострадавшими, каскадер на дороге и массовый пожар. В эфире Днепр оперативный, с вами Анатолий Ивченко, и мы начинаем дайджест событий. Пострадал металл и люди. Поехали не по своим делам, а в больницу. Как сообщают наши журналисты, по проспекту Богдана Хмельницкого ехала Toyota. На пересечении с улицей Титова она столкнулась с машиной Mitsubishi, после чего влетела в столб. В результате аварии автомобили получили значительные механические повреждения. Водители обоих транспортных средств и один пассажир получили травмы. Их госпитализировали в 6-ю городскую больницу. В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские. Каскадер на дороге. ДТП, которое выглядит как трюк. На Слобожанском проспекте минивэн Hyundai врезался в ограждение. Как видно на видео, транспорт двигается в потоке с другими машинами. В какой-то момент на пересечении с улицей Воронежской машину занесло в ограждение. От удара минивэн развернуло на 360 градусов, однако его водитель не прекратил движение и поехал дальше. О состоянии находившихся в салоне людей ничего не известно. Детали события выясняются. Неаккуратный здоровяк. На площади Старомостовой автобус МАН зацепил легковушку. Как сообщают наши журналисты, водитель общественного транспорта не учел дорожную обстановку в момент совершения маневра, в результате чего протаранил автомобиль Рено, который ехал в сторону Амурского моста. Травмированных нет, однако только машины получили механические повреждения. Новости от соседей. Поджег дом с родственниками. В Сумах в переулке Чугуевском мужчина облил свою тетю ацетоном и угрожал поджечь ее. Женщине удалось спрятаться в доме со своей 3-летней внучкой. Однако ее племянник поджег дом. На помощь успели приехать полицейские, которых вызвала потерпевшая. Патрульные разбили окно и достали людей из здания, а самого поджигателя передали медикам. Как сообщают правоохранители, мужчина весь был в копоти и тяжело дышал. Занесло на дороге. Полицейские напоминают, что нужно быть предельно осторожным в зимнее время. На новом мосту автомобиль Honda занесло на дороге. Его водитель не справился с управлением и врезался в отбойник. Машина получила механические повреждения, однако травмированных нет. Транспорт взяли на буксир и увезли с моста. Одни руины. В Кривом Роге загорелся заброшенный мебельный цех, в котором находились два транспортных средства. Случилось это на улице Джамбула. Огонь полностью охватил территорию здания площадью 750 квадратных метров. Из-за большой площади пожара обвалилась металлическая крыша. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются. Это все новости на сегодня. Следите за обновлениями Днепра оперативного на страницах в социальных сетях. Берегите себя и будьте внимательны на дорогах.